Польша сделали более 10 миллионов прививок от COVID, заявил представитель правительства по вопросам вакцинации. По заявлению премьер-министра Моровецкого, к концу июня в планах ввести препарат более 20 миллионов раз. Темпы вакцинации в Польше ускоряются, и власти призывают население регистрироваться. Регистрация доступна несколькими способами. Позвонив на горячую линию 989 через интернет или отправив смс-сообщение на номер, который вы видите на экране, либо непосредственно в пункте вакцинации. Напомним, что некоторые вакцины требуют многократного введения. Польские пациенты получают 4 вакцины против COVID-19 – Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Они требуют двукратного введения, а Johnson & Johnson требует введения одной дозы.